Первый раз на триале. Костя меня обучает навыкам баланса. Короче, тут еще половина делов. Просто настоящий мотоцикл надо делать. Просто уметь вот так вот стоять для начала. Ну, особенно, он и в эндурике, в принципе, важно. Да, но не настолько. Потому что тут, короче, знаешь, в чем именно важность? Вот у меня это не получается. Короче, переднее колесо забрасываю на борт, на какой-то, ага. Да? Ага. Вот так вот мотоцикл поставил. Ага. И чтобы запрыгнуть на это препятствие, я должен оттяжки задней уловить баланс. И газануть. Газануть, резко отпустить сцепление и запрыгнуть. Офигеть! Ну, если постоять, попробовать. Ай-яй-яй-яй. Да, слушай, ну это прямо. Ну это намного легче, чем на эндуре. Да. Не, ну слушай, ну стою. О, да, 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 красава. Ну, опыт мотоциклетный же ж есть. Да. Вообще бомба. Другой мотоцикл. Полностью другой. Получается. Красава.